Прежде всего, благодарю посольство Литвы, которое нас приняло здесь, и Ингу, которая так все замечательно, четко организовала, безупречно. Сейчас посмотрим. Вот, благодарю Татьяну Владимировну Цивьян, которая явилась таким мотором, можно сказать, вдохновителем конференции, как всегда. И я надеюсь, не могу обещать, но я надеюсь, что все-таки мы постараемся сдать материал конференции. Хотелось бы, поэтому имейте это в виду, докладчики. Да, еще отдельное спасибо Артему Каверину, который самоотверженно 2 дня нас снимал. И все это будет выложено в интернете. Я потом пришлю всем ссылку, и вы сможете посмотреть все доклады, которые здесь прозвучали. Спасибо. Хочу сказать пару слов от Института славяноведения, от Института мировой культуры МГУ. Свои слова благодарности огромные посольству, нашему замечательному атташе Инге и организатору конференции, организаторам конференции, без которой просто было бы немыслимо здесь собраться и все это провести. Конференция была очень для нас важна, потому что она посвящена очень значимым и дорогим для нас людям. И мы бесконечно благодарны Инге и вам, и Маше. Дорогие друзья, я тоже вас благодарю. Я очень вас благодарю за то, что вы пришли на это последнее заседание и слушали литовские доклады. Дело в том, что вот для меня, как атташе культуры Литвы, это очень важно, распространение литовской культуры, вообще все, что я могу, хочу и сказать о Литве. Я рада, мне понравились доклады все, мне очень понравилась дискуссия, которая завязалась.